Еще два человека погибли в другой аварии, которая произошла на 38-м километре автодороги Азеево-Черемшан-Шантала. Там, по предварительной версии, грузовик МАЗ, перевозивший камни, на высокой скорости выехал на встречную полосу. Затем потерял управление, опрокинулся и буквально раздавил легковушку. В результате чего от полученных травм на месте трагедии погибли 27-летний водитель и 51-летний пассажир отечественного автомобиля. Тела мужчин извлекли пожарные. Именно они при помощи спецтехники подняли грузовик и, используя гидравлический инструмент, разрезали смятую легковушку, достали тела погибших. После чего очистили трассу от разлившегося топлива. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции и следственным органам.